Работать с детьми – это же очень весело. С ними не соскучишься никак. Первый раз в пятый класс в качестве учителя в этом году пошла Руфия Ермухаметова. Она стала преподавателем математики в Казанской школе. Образовательные подходы дебютантки уже заслужили республиканскую награду. Руфию признали лучшим новым учителем Татарстана. Нужно самой любить свой предмет, чтобы дети полюбили. Надо через примеры жизненные все это им показывать, рассказывать. Не просто какие-то формулы выводить, им же это не интересно. Нужно видеть соревнования, какие-то уроки проводить интересные. И они полюбят предмет и, конечно же, будут получать пятерки. К пятеркам, или как бы сказали на ее предмете, excellent, ведет своих учеников Софии Арвай. Учитель английского из Таиланда приехала работать в гимназию Нижнекамска. Дети рады тому, что урок иностранного языка проводит учитель из другой страны. Никто не пропускает, все стараются взять от этого процесса максимум. За такие максимальные старания учителей Татарстана сегодня чествовал Рустам Миниханов. Лучшим педагогом президент вручил государственные награды. Как отметил Рустам Миниханов, учитель – это самая сложная и самая нужная профессия. Каждый из нас, он опирается на своего учителя. По жизни учителя меняются, и как вот тебе повезет, какой учитель тебе достанется, от этого будет зависеть твоя судьба. Если нет учителя, то любая звездная школа со всеми там атрибутами она ничего не даст. Сейчас в Татарстане, начиная от садиков до вузов, работает более 60 тысяч педагогов. Сегодня в их адрес звучало много поздравлений. Отмечали, последний год татарстанский директор школ входит в число лучших в стране, а школьники – одни из лидеров в предметных олимпиадах. Поздравить наших педагогов приехала известная Ангелина Вовк. Сегодня в зале собрались люди, для которых профессия – это призвание. И больших высот в своем деле – признания и любви достигают только те, для кого вот этот труд, он просто движение души. К стремлениям души учителей в Татарстане прибавляют гранты и различные меры поддержки. Весь комплекс вот этих мер, которые предпринимаются, он направлен на то, чтобы наши школы, наши педагоги работали в лучших условиях. Как отмечают, из года в год республика решает все более сложные и масштабные задачи. И для них нужно воспитывать только классные кадры. Дмитрий Оригин, Рамзель Гарипов, Александр Комаров, Максим Липин, ТНВ, Казань.